Сочи стал круглогодичным курортом, и возможностей заработать местным предпринимателям тоже становится больше. Но пока они не очень инициативны, считают власти, поэтому инициативу взяла на себя администрация города. В мэрии предложили увеличить количество мест нестационарной торговли. Главные условия – прилавки не должны со временем превращаться в капитальные строения и нарушать правила санитарии и безопасности. Причем, если раньше предприниматели могли получить разрешение на торговлю лишь на сезон, скажем, с мая по ноябрь, то теперь его будут выдавать на год. Продажа сезонная для цветов очень неудобна, в связи с тем, что только люди привыкли, что здесь есть точка, буквально через месяц она уже исчезает. Но так было раньше. Теперь бизнесмены и их клиенты больше не потеряют друг друга. Сейчас в городе порядка 60 земельных участков, на которых предполагают установить дополнительные точки нестационарной торговли. Причем предпочтительнее, чтобы это были местные предприниматели. Но, как показывает практика, в Олимпийском парке, в Красной Поляне или на городской набережной почему-то работает больше бизнесменов из других городов. Местные говорят, все из-за аукционов на право торговли, в которых они не готовы участвовать по целому ряду причин. Одни не знают как, другие сетуют на сложности в подготовке необходимого пакета документов. Здесь тоже обещают содействие провести ликбез и помочь с оформлением бумаг. Еще один вопрос, который вынесли на обсуждение – высокая стоимость аренды помещений. Мэр порекомендовал предпринимателям подумать о ее снижении. Выше 1000 рублей квадратный метр торговой площади быть не может, а я бы всем порекомендовал на данный экономический момент сделать не выше 500. Это рекомендация. Такая стоимость, по мнению Анатолия Пахомова, сейчас будет актуальна и поможет сохранить бизнес как арендодателей, так и тех, кто снимает помещения. Зеленый свет дают и новым инициативам предпринимателей. В городе не хватает компаний сферы услуг. Поэтому открыть свою химчистку, салон красоты или обувную мастерскую, уверяют власти, будет очень выгодно. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.